И снова всем привет, дорогие друзья, с вами снова LG. Сегодня мы начинаем шестую часть выживания в Planet Base. Загружаем. Так. Короче, я тут немножко поиграл, и на наш вентилятор, вот на этот, бухнулся метеорит. Как ни странно, он не сломался, то есть вот просто этот вот уже починили дорожку, а здесь еще надо починить ее. Вот, но она еще пока не все дает. Так, вот это дает 30, 50. Короче, здесь заполняется этот генератор, вот, и хочу вас наконец-то обрадовать. Мы перешли на самообеспечение, у нас наконец-то складируются вот здесь вот лекарства, а, это лекарственные растения. Складируется металл, наконец-то начал складироваться, где там падают метеориты. Вот. Наконец-то. Это очень хороший знак. Была пулевая буря также еще, и они тут буквально полчаса сидели без электричества, ну, по их меркам. Не знаю, как они это пережили. Вот, все-таки. Ну, слава богу, кислородный генератор не отрубился, и столовая, кстати говоря, тоже. Так, ну что тут? Что тут у нас? Лекарственную травку-то это понятно. А что ты здесь ходишь, если ты спать хочешь? Иди и спи, блядь, все койки свободные. Иди, тупые все просто в натуре. Так, этот сейчас почти зарядился, большой аккумулятор наш. Так, он сейчас чинит вот солнечную панель, которая потихонечку все-таки выходит из строя. Как бы там они не работали. Сам робот себя не жалеет, а вот строит, как видите. Так, картофель, рис, помидоры. Давайте мы сломаем вот это вот синтетическое нахер мясо. Оно нам не надо. Так. Так, вот тащит руду уже потихоньку, вот как видите, несет руда в воздушный шлюз, чтобы можно было металл уже создавать. Вот, но, как видите, я неправильно сделал, и мне приходится вот такой вот, блин, путь обходить огромный. Поэтому сейчас я сделаю кое-что еще. Я поставлю еще один шлюз. Вот. Ех, ебать! О-о-о! Это, друзья, это очень прискорбно. Убил одного человека просто насмерть сразу. А отключится от кислорода сейчас все это дело. Иди, твою ж мать. Это же вы видели, что вообще происходит? Естественно, он умер, на него прям метеорит упал, когда он в это шел. Ладно, сейчас здесь построится шлюз. Собственно, как только он построится, им будет уже намного проще таскать ресурсы вот сюда вот. С вот этой вот шахты. Так, мы сейчас построим, наверное... Наверное, нам надо еще одну солнечную панель. Блин, много она стоит. Давайте мы построим... пирамид. Я так я и не понял, что такое пирамид. Не знаю я. Вот, короче, поставим мы с вами здесь... все-таки еще одну. Шахту. Потому что металла у нас вообще мало очень. Вам надо побольше. И надо еще один завод построить целиком с металлом. Так, перерабатывающий завод. Куда бы нам его разместить-то? Не знаю даже. Тут где-то. Тут. Не знаю. А, вот еще есть место, прекрасно. Поэтому мы разместим его вот здесь. Соответственно. Биопластик. Так, все. И потом здесь внутри мы разместим уже то, что нам необходимо. Так, ну давайте ускорим игру, потому что что-то очень медленно идет игра. Так, здесь вот потихонечку сжирается энергия. На ночь, я надеюсь, мне хватит. Так, опять нечего жрать. Сейчас вот вырастут помидоры, ребят. Ничего не кипишуйте. Будет у вас еда еще. Так, прилетел к нам корабль с колонистами. Стоп, минус. Срочно. К нам прилетел рабочий и... Кто еще? Рабочий инженер, отлично. Просто прекрасно. Инженер, это хорошо. Значит, пищевые склады почти пусты. В аккумуляторе осталось мало энергии. Я знаю. А что делать?
Сейчас будем еще одну, значит, после завода построим еще одну. После завода я построю, значит, еще одну вот эту вот большую, наверное, гидропонную ферму. И я думаю, надеюсь, что мне ее хватит надолго. Вот, поэтому давайте пока. Так, все-таки тащат металл они, прекрасно. Так. Шлюз построили. Отлично, здорово. Так, теперь им намного удобнее таскать сюда вот ресурсы. Так, этим продолжает пользоваться. Так, еще один металл. Он быстрее бы уже сделался. Биопластик. Отлично, отлично. Жизнь идет полным ходом. Аккумуляторы заряжаются на полную. Собственно. Сейчас надо будет... О, к нам еще прилетел корабль с колонистами. С кем? Три человека, ничего себе. К нам прилетел рабочий, инженер и биолог, да? Супер, прекрасно. Рабочий, инженер и биолог. Отлично, отлично. Куда он втопил, я не понял. Хера себе он. Биолог таскает. Ну, правильно, чё. Ну, перерабатывающий завод готов. Сейчас он построит еще переход. Понятно. Нам нужен еще один оксиген-генератор. Большой желательно давайте сделаем сразу, дабы не тормозить производство. Нет, эту можно сломать, в принципе, не надо ее. Так, делаем сейчас еще один кислородный генератор, потому что... Да, я понял, спокойно. Надеюсь, мне хватит пока. Ну, сейчас построим большой, не переживайте. Перерабатывающий завод. Так, давайте поставим здесь сразу металлки. 4 штуки. Так вот. К нам прилетел корабль с колонистами, еще кто-то там прилетел. Кто? Медсестра. Нормально, сойдет. Медсестра нам тоже нужна, вот тут лекарства все-таки производятся. Так. Крахмал рабочий. И делается биопластик. Отлично. Так, дальше, что тут у нас происходит? Как жизнь? Осталось сюда вот два железа притащить, и в принципе будет готово. А, они почему-то сначала эту строят. Давайте я вот так вам скажу, что приоритет у нас вот здесь вот сейчас находится, а вовсе не вот, вот здесь вот. Поэтому металл вы должны туда таскать. Нет, все-таки он решил здесь собирать. Понятно. Приоритет он вас не ебет, я смотрю, да? Метеориты что-то стали часто падать. Так, ну что, в принципе, сейчас построим мы еще одну эту штуку, потом включим спальню, и будет самый раз. У нас закончилась еда. Я чё, прискорбно могу сообщить вам, что это так уж и тому и быть. Ха. Так, рудную шахту так и не построили почему-то. Так. Прилетел к нам еще корабль с колонистами, еще биолог и рабочий. Отлично. Я их уже по цвету комбинезонов назначаю. Смотрите, зелененький комбинезон это биолог, там синий это инженер, белый просто это рабочий. Вот, торговый корабль, прекрасно. Прекрасно, торговый корабль. Так, что мы у них купим? Пожалуй, я у них скуплю еду. Отдам немножко биопластика. Так, я им отдал весь биопластик. А у них я, наверное, возьму... Что я у них? Патент на колоссальную панель. Общие товары, представитель. Так, что? Ну что мы можем купить? Давайте вот так. И торговать, что ж, давай.
Тащите ему биопластик весь. И уже давайте построим эту несчастную штукенцию. Металла хренотень. Так. Благо, энергии у нас теперь до хера. Я вижу, жрать нечего, да. Ну, а я что могу сделать? Сейчас вот сделаем еще один генератор кислорода, и после него сразу же гидропонную ферму забабахаю. Честное слово. Сразу же гидропонная ферма будет. Общая спальня осталась без кислорода. Это ж у нас корабль с колонистами еще прилетели. Вы достали, ребята. Вы можете уже построить этот, господи, несчастный. Вашу мать. Одиннадцать объектов осталось без кислорода, вы понимаете? Друзья, все отрубилось нахер. Все. Сейчас построят. Надеюсь, вам и хватит. Давайте, быстрее, быстрее, мать вашу нахер. Робот, блядь. Ты будешь работать уже? Слава богу. Топило. Кислород. Все, заработал у нас кислород, дорогие друзья. Все включилось сейчас. Кислород наконец-то пошел. Вот. В принципе, все отлично. Теперь справляется. Все закислородили. Отлично. К нам прилетел еще один корабль с колонистами. Я их уже... Биолог. Один биолог к нам прилетел. Короче, нормально. Так, у меня есть подозрение, что скоро я не смогу их всех едой обеспечить, поэтому надо будет мне уже делать гидропонную ферму еще одну, большую. Вот, из пяти, наверное, построим. Где бы мне ее построить-то? Торговый корабль приземлился. Так, чё тут приземлился? Свободный общий. Ну что, давай я у тебя скупаю овощи все пока что. Мне нечего делать пока. Мне только овощи нужны. Вот, мне нужно немножко запчастей. И... чуть-чуть алкогольных напитков. Вот, нормально. Отдаю я тебе. Все, что у меня есть. Торговать. Еда нам нужна, еда. Гидропонная ферма. Где бы нам ее разместить-то с вами, друзья? Не знаю я уже даже, чё. Долина, потому что вот в эту сторону еще есть, но... Да, придется нам переработать это все. И здесь построить уже гидропонную ферму снова. Потому что... Гидропонная ферма. Она соединяется отлично. Мы его так поставим сейчас. Оп. Так, ну что ж, давай. Здесь надо железо, один биопластик. И здесь тоже два железа, два биопластика. Отлично. Железа у нас наконец-то уже много. Так, построили, я смотрю, третью уже. Заряжаются аккумуляторы.
Сейчас металл притащат. Металла у нас уже достаточно таки много. Все, сейчас здесь построят, значит, и супер все будет. Так, металла у нас теперь много, друзья. Очень много металла, и поэтому последним действом в сегодняшней игре будет вот это вот. Я построю огромную панель солнечную с 7 ресурсов. С 7 металла. Так, все отлично, они потащили уже. Корабль с колонистами. Кто там прилетел? Там биолог. Отлично, биолог. Так. Ну что ж, а на этом заканчиваем 6-ю часть Planet Base. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. С вами был LG. Всем пока.